сейчас научу вас извлекать квадратный корень. Вот. Что это значит? Это значит, что вы сможете посчитать, например, длину диагонали квадрата. Это мы сегодня обязательно сделаем, у которого сторона равна единице. Так, давайте, вот картинка. Представьте себе, что у нас есть квадрат, да? С стороной 1. Вы согласны, что у него есть диагональ? Да. Давайте длину этой диагонали обозначим x. И нарисуем такую картину. Так, единственное, я здесь не смогу это нарисовать, потому что я немножко перестарался с размером. Давайте я рядышком нарисую маленький вариант. Квадрат, есть диагональ, а нарисуем вот так. Поняли идею? Да. Квадрат со стороной x. Все понимают, что он состоит из четырех частей. Из четырех? Ну как, видно, что четыре, да? Площадь каждой из них чему равна? Половине квадрата со стороной 1, так? Замечательно. А теперь, сколько будет 4 половинки? 2. 2. Совершенно верно. Но это видно, потому что вот из этих двух, очевидно, складывается единичный квадрат. И вот из этих двух тоже складывается единичный квадрат. Ребята, а площадь квадрата – это произведение его сторон. Значит, x в квадрате – это 2. Значит, x – это такое число, что если его умножишь на себя, то получается корень. Обозначают в математике это следующим образом. Пишут, x – это корень. Написать-то, конечно, можно. А как узнать этот самый корень с большой точностью? Сделаем следующее. Сначала мы будем вычислять вовсе не корень из двух, а будем вычислять корни из чисел, которые мы, что называется, и так знаем. Хотите двузначное, хотите трехзначное, хотите четырехзначное число. Запомните про себя, что это за число, и его на калькуляторе умножить на себя. После чего продиктовать мне то, что получится. И я объясню, как восстанавливать. Как извлекать корень? 566 564. Это одно число. Прошу вас. 626 624. Так, давайте, мальчик. 9025. Ну, это, во-первых, конечно, спасибо, но, во-вторых, это я и уснул. Так, 308 025, да? 4000 сколько? 356. Так, господа, есть кто-нибудь, кто взял четырехзначное число? Есть такой человек? Я. Давай. 8552. Нет, не получилось. У тебя надо было тайну из этого делать. Тут вся идея в том, что это тайна. Да, пожалуйста. 18 593 444. Так, ну и вот давайте уже. 5 093 000. Да. 225. А это точно квадраты? Ну, если кто-то ошибся, то я это узнаю.